Доброе утро, друзья! 21 сентября 2019 года. Поехали! В мире в этот день празднуют Международный день мира, День победы русских полков в Куликовской битве, Всемирный день русского единения, День сока в России, День осеннего равноденствия, Рождество Пресвятой Богородицы, православный праздник, День независимости Армении, День изобретателя и рационализатора Украины, День фармацевтического работника Украины, День нулевой эмиссии, Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера, Малая Пречистая, оспожники в народном календаре. В огородах в это время продолжалась уборка лука, а на пасеках готовили пчел к зимовке. Знаменательное событие. 1522 год. Напечатан Новый Завет, переведенный Мартином Лютером с древнегреческого языка на немецкий. В 1799 начался знаменитый переход через Альпы армии Суворова. В 1937 году вышла повесть Толкиена «Хоббит» или «Туда и обратно». Родились в этот день, 1866 год, Герберт Уэллс, английский писатель-фантаст и публицист. В 1916 родился Зиновий Герд, советский актер театра и кино, народный артист СССР. В 1934 году Леонард Коэн, канадский поэт и певец. 1936 родился Юрий Лужков, советский и российский государственный деятель, политик, второй мэр Москвы. 1947 год. Стивен Кинг, американский писатель, получивший прозвище «Король ужасов». В 1950 родился Билл Мюррей, американский актер, кинорежиссер, сценарист. В 1959 году Виктор Вержбицкий, актер театра и кино, народный артист России. 1971 родился Ростислав Хаид, украинский актер, сценарист, продюсер, один из основателей комического театра «Квартет И». 1976 год. Ольга Погодина, российская актриса театра и кино, кинопродюсер, сценарист. Этот день по лунному календарю. До 21 часа 42 минут по московскому времени 22-й лунный день, день мудрости, постижения новых знаний, особенно сильно проявление умственных способностей, и любые знания легко усваиваются. В этот день можете узнать новое о мире и, возможно, о себе. Вам может открыться тайное знание сути, могут прийти в голову новые идеи и свежие оригинальные решения. День считается весьма неблагоприятным для начала любых дел, особенно серьезных, имеющих для вас большое значение. После 21 часа 42 минут 23-е лунные сутки. Энергетика этих суток тяжелая и темная, и при всем при этом очень мощная. Существует большая вероятность, что такая энергия провоцирует человека на агрессию и насилие. В этот день легко поддаться бредовым идеям, ввязаться в авантюру. Сегодня один из дней обольщения. В этот день в человеке легко высвобождаются инстинкты захвата, неуемный аппетит, склонность к дракам. Следует подавлять боязнь и страх. Нельзя бездельничать. Вот такой он 21 сентября 2019 года. Благодарим, что досмотрели ролик до конца. Начинайте свой день с нами. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Удачного дня!